Из-за переполненного трафика на Машкинской развязке в часы пик образовываются пробки и заторы. Несколько лет вопрос загруженности остро стоял для всех горожан. Найти решение удалось главе городского округа Дмитрию Волошину. Совместно с МДТИ и другими компетентными структурами вопрос был вынесен на рассмотрение в правительство. Выделили деньги, и на сегодняшний день мы получили продукт, очень качественный продукт проектный, в результате реализации которого мы с вами решим проблему заторов на Машкинской развязке. Проектом также предусмотрено строительство дороги, которая соединит улицу 9 мая и проспект Мельникова. Реконструкция Машкинской развязки проходит в рамках государственной программы «Дороги Подмосковья» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Будут установлены левые поворотные карманы на Новосходненском шоссе, также будут предусмотрены дополнительные съезды и заезды на Ленинградское шоссе. Планируется, что сам круг станет больше в 3 раза. На встрече с представителями местной администрации и членами депутатского корпуса проект обновленной развязки представили жителям округа. Те, кто жители пришли сюда, интересующиеся именно вот этой проблемой, мы их проинформировали. Сегодня вот есть плакат, наглядно ответили на те вопросы, которые интересуют. Да, безусловно, есть какие-то определенные шероховатости, но в процессе, конечно, все возможны и доработки. Но принципиальный вопрос в ближайшее время он уже будет в реализации. Работы по реализации проекта реконструкции пройдут в несколько этапов. Первым станет подготовка необходимой документации. Ее начнут в ближайшее время.